На наших фабриках и заводах работает весь капиталист. Работает труженик фабрик. У кого перед фабриками и заводами? Люди из народа. Это и называется у нас социализм. На деле. На наших полях работают труженики земли. Без помещения. Без кулаков. У кого перед этими работами? Люди из народа. Это и называется у нас социализмом в быту. Граждане, братья и сестры, полки нашей армии Кузота, к вам обращаюсь я, друзья. Желаю военные нападения, выслушайте внимание, на нашу Армии нет и не бывало.